Заместитель главного врача Наталья Вешкина не стала отрицать. Ситуация в женской консультации действительно сложная. На данный момент на 16 участках работают всего 3 врача. Каждый из них ведет свой участок и еще один. Плюс помогают гинекологи из стационара. Для того, чтобы обеспечить доступность, мы стараемся пригласить специалистов из стационара. Врачи работают на основную ставку в стационаре, а также дежурят и дополнительно проводят приемы. Это, как правило, с 3 до 6 или с 4 до 7. 6 специалистов у нас оказывают дополнительную помощь, но эта помощь оказывается для пациентов гинекологического профиля. В больнице обращают внимание, что женщинам, которые хотят встать на учет по беременности, не нужно записываться через госуслуги. Достаточно подойти в консультацию, и вам дадут талон к акушерке на удобное время. Средний персонал мы укомплектованы в полном объеме. Соответственно, то, что они могут выполнять, да, постановку на учет, оформить документы, выдать направление на обследование. Наталья Вешкина рассказала, что поиск высшего медицинского персонала ведется непрерывно. Пока что желающих нет, но в больнице надеются, что летом они появятся из числа выпускников медицинских вузов.